Здравствуйте! С вами я и программа «Аниме под лупой». Сегодня мы поговорим о якобы серьезном триллере «Агент паранойи». Хотя, кроме паранойи, в этой картине хватает и шизофрении, и суицидальных наклонностей, и прочих мозговых извращений. Кто стоит на асфальте, обутый в лыжи? У кого в списке друзей нет даже собственной головы? Конечно же, это Саги Цукико. Она, как, впрочем, и все остальные герои, несколько с приветом. Или, как сказали бы мои менее политкорректные коллеги, долбанутая. Чудо, чудо. Эй, Марэмми, мне нужно чудо. Что это? Марами, ну почему мне так не везет? Никогда не разговаривайте на улице с незнакомцами и игрушками. Впрочем, с игрушками лучше вообще не разговаривать, потому что иначе что-то может случиться с вашей головой. Стоп! Боже мой, какие страсти! Сейчас должна появиться Сейлор Мун, которая всех спасет. Но нет, это якобы триллер. Поэтому вместо героической сцены месяц в больнице с сотрясением мозга. Или, например, вот. Тут у нас совсем другая история. Девушка два в одном, но остаться должен только один. Прям как Дункан, не побоюсь этого слова, Маклау. Какая драма. Кто же я? Я Харуми, Тёна Харуми. Просто из любопытства. Харуми, это кто? Ты все врешь. Я — это ты. Я — это я! Оставь меня! Я хочу свободы! Никуда не сбежишь! Это мое тело! Освободиться хочу я! Я! Прекрати! Нет! Нет! И снова наш золотой мальчик приходит, чтобы освободить всех от их тараканов. Он выходит один на один с вратарями, решающий удар... Гол! И так на протяжении 13 серий. У кого-то проблемы с головой, шмяк и готово. Прям-таки санитар леса, дятел одним словом. Вот, кстати, и он. Единственный нормальный персонаж этого слабенького фильма. Давайте посмотрим еще раз. И так не бывает.